Недолгую жизнь прожил Маяковский, жизнь замечательного поэта и пламенного борца за дело коммунизма. Родина Маяковского – Кавказ. Здесь, в селе Багдаде, в семье Лесничего, 19 июля 1893 года родился Владимир Владимирович Маяковский. Отец поэта Владимир Константинович. Мать Александра Алексеевна, трехлетний Володя. В старинной крепости под Багдаде дом, где прошли детские годы поэта. В своей автобиографии Маяковский пишет: первый дом, воспоминаемый отчетливо. Над лесами горы, бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу, мечталась эта Россия. С 1902 года Маяковский ученик Кутаисской гимназии. «Иду первый, есть пятерка», — вспоминал Маяковский. «Читаю Жюль Верна, вообще фантастическое. Настал революционный 1905 год. Другие книги начал читать Маяковский. Царской охранки завели дело о беспорядках в Кутаисской гимназии. Гимназисты кричали: «Да здравствует свобода! Долой самодержавие!» «Мы пели в церкви Марсельезу», — писал Маяковский сестре. Володя Маяковский поступил в гимназию, но учиться не пришлось. Революционная работа целиком захватила его. Под партийной кличкой «Товарищ Константин» Маяковский работал пропагандистом в подпольной большевистской организации. Царские жандармы выследили его. В 1908 году первый арест Маяковского.
Ему было тогда 14 лет. За первым арестом второй, третий. В 1909 году в одиночке Бутырской тюрьмы Маяковский написал свои первые стихи. При выходе из тюрьмы тетрадку со стихами отобрали. Только малолетство спасло его от такой участи. Маяковский вышел из тюрьмы в самый разгул черной реакции, а в экипажах тащился за жирным атлетом атлет. Ненависть к царским палачам, отвращение к буржуазному строю, его культуре, его быту Маяковский вкладывал в свои яркие дерзкие стихи. И в 1912 году, как вызов, прозвучала пощечина общественному вкусу, сборник, в котором впервые были напечатаны стихи Маяковского. Родился поэт-бунтарь. Все острей и острей звучит его стих. Царская цензура упорно, старательно вытравливает из стихов Маяковского революционный дух. Я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабрёзный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто. Где глаз людей обрывается куцей, головой голодных ор, в терновом венце революции грядет 16-й год. Алексей Максимович наперекор злобствующим критикам, наперекор бешеному вою реакционных газет, сразу распознал огромный талант Маяковского. Заговорил о нем как о большом поэте, поэте-революционере. Маяковский стал часто бывать у Горького. Он нашел здесь ту дружескую поддержку, которой ему так не хватало. Буду рад видеть вас. Если можно, приезжайте к часу, к завтраку. Всего доброго, Пешков. Без слов от души Владимиру Владимировичу Маяковскому. Так написал Горький на своей книге детства. Алексею Максимовичу с любовью ответил Маяковский. Горький был первым редактором Маяковского. В журнале «Летопись» печатались отрывки из поэмы Маяковского «Война и мир». При содействии Горького вышло первое собрание стихов Маяковского, «Простое как мычание» и отдельное издание поэмы «Война и мир». Разгул киренщины в газете Горького прозвучали негодующие строки Маяковского к ответу. Они были направлены против вдохновителей империалистической войны. За что воюем? Разворачивайтесь в марше, словесное не место кляузе. Тише, ораторы, ваше слово, товарищ Маузер. Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу историю загоним. Евой, Евой, Евой. Там за горами моря солнечный край непочатый. За голод, за мора море, шаг миллионный печатый. Пусть банды окружат нанятый, стальной сливаются Леевой, России не быть под Антантой. Левый, левый, левый. Наступают всяческие единики, пишу и рисую. Сделал 1003 плакатов и 1006 подписей. Говорил Маяковский о своей работе в годы гражданской войны. Thank you.
Знаменитые окна сатиры Роста Маяковского были могучим оружием в борьбе с контрреволюцией и интервентами. Враг разгромлен, но борьба продолжалась. Партия звала «Все на трудовой фронт!» «Все на трудовой фронт!» звали плакаты Маяковского. Я с теми, кто вышел строить и месть, в сплошной лихорадке буден. Отечество славлю, которое есть, но трижды, которое будет. Я вижу, где сор сегодня гниет, где только земля простая. Насажен вижу из-под нее, коммуны дома прорастают. Кончай с деревней серенькой, вставай, который сер. Перегонки с Америки, иди, СССР. Добьемся урожая мы, в стране земля рожай. Пожалуйте, уважаемый, товарищ урожай. Маяковский написал свое знаменитое стихотворение про заседавшихся, в котором он зло высмеивает бюрократов и волокитчиков. День заседаний на 20 надо поспеть нам. Поневоле приходится разорваться. На поясе здесь, а остальное там. Об этом стихотворении Владимир Ильич Ленин сказал: «Давно я не испытывал такого удовольствия с точки зрения политической и административной». Высокая оценка Ленина вдохновила Маяковского. Он с новой силой, стихом и рисунком обрушился на врагов рабочего класса. На дезертиров и лодырей. На пьяниц. На кулаков. Своей едкой сатирой Маяковский разоблачал нечисть старого быта, Есак, Ваня, Лоб. На Самотёчной улице я помню старый дом, широкой чудной лестницей с изящнейшим окном. За что боролся? За хорошую жизнь боролся. Вот она у меня под руками, и жена, и дом, и настоящее обхождение. Может, я весь свой класс своим благоустройством возвышаю? О, на Самотёчной улице я помню старый дом, широкой чудной лестницей с изящнейшим окном. Помимо работы в большевистской печати, сотрудничая в десятках газет, Маяковский оперативно откликается на все важнейшие события жизни нашей страны. Маяковский поставил поэзию на службу социалистической современности. В работе сознательно перевожу себя на газетчика. Фельетон, лозунг, пишет Маяковский в своей автобиографии. Лозунги партии Ленина, Сталина были для него поэтическим заданием. Я хочу, чтоб к штыку приравняли перо, с чугуном, чтоб
и с выделкой стали о работе стихов от политбюро перед съездом докладывал Сталин. И все, поверь в зубов, вооруженные войска, что 20 лет в победах пролетали, до самого последнего листка я отдаю тебе планеты пролетали. Революцией мобилизованный и призванный говорил о себе Маяковский. Многие десятки городов Советского Союза объехал он, неся многотысячные аудитории свое пламенное слово поэта-тригуна. Голос Маяковского звучал и за рубежами нашей Родины. Он приезжал туда как певец социалистической революции, как полпред страха. Острым взглядом советского поэта видел он язвы капиталистического мира и вскрывал их своим стихом. Один Париж от богатов казарм, другой без казарм и без элио. Не оторвать от второго глаза от этого города серого. Чудеса передовой капиталистической техники не вскружили голову Маяковского. Я в восторге от Нью-Йорка города, но кипченку не сдерну с песка. У советских собственная гордость, на буржуев смотрим свысока. Я смотрю, и злость меня берет на укрывшихся за каменный базар. Я стремился на 7000 верст вперед, а приехал на 7 лет назад. Возвращаясь в родную Москву, Маяковский с удвоенной энергией продолжал свою работу поэта-трибуна, призывая к бдительности, готовности стать на защиту страны социализма. Волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нет, к любым чертям с матерями катись, любая бумажка, но эту по длинному фронту купе и кают чиновник учтивый движется, сдают паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжку. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевы. С почтением берут, например, паспорта с английским двухспальным левом. Глазами доброго дядю выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американцев. И не повернув головы качан и чувств никаких не изведав, берут, не моргнув, паспорта датчан и разных прочих шведов. И вдруг, как будто ожогом рот, скривила господину. Это господин чиновник берет мою краснокожую паспортину. Берет, как бомбу, берет, как ежа, как битву обоюдоострую. Берет, как певучую 20 шал, смею 2 метрового росту. Моргнул многозначащий глаз носильщика, хоть вещи снесет за даром вам.
жандарм вопросительно смотрит на сыщика, сыщик на жандарма. С каким наслаждением жандармской кастой я был бы исхлёстан и распят за то, что в руках у меня молоткастый, серпастый советский паспорт. Я волком бы выгрыз бюрократизм, к мандатам почтения нет, к любым чертям с матерями катись, любая бумажка. Но эту я достаю из широких штанин, дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я гражданин Советского Союза! Миллионными тиражами на всех языках народов Советского Союза печатаются произведения Маяковского. Стихи стоят